Что ж, уже обед, пора возвращаться домой. Так хорошо играли. Что у нас там вкусненького? Арбуз? Я не каннибал. Поэтому я лучше пойду в магазин и куплю себе чего-нибудь нормального. Кстати, мне мой друг говорил, что, по-моему, цены в магазине стали на $10 больше. Поэтому я сейчас это посмотрю в новостях сначала. Так, посмотрим. Ого, цены и правда подорожали. Офигеть, на $10 аж. Вот блинский. Так, стоп. Какие еще новые новости? Я что-то не слышал. Так, один ученый обнаружил недавно какую-то странную новую планету. И хочет сегодня 14.00, а сейчас 13.00, как я знаю, исследовать ее. Ого! Прикольно, я тоже хочу. Где он там живет? Он уже построил ракету. Он уже идет на то самое место. Улица Мезафа. Подъезд 28. Там эта ракета, получается, стоит. И он уже идет туда. Надо быстрее туда направляться. Я живу как раз рядом с этой улицей. Быстрее, уже осталось совсем немножечко. Быстрее, 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 быстрее. Так, ну вроде я уже пришел. Ну где же эта ракета? Ого, вот она, крутая. Хочу туда. Тан-тан-тан. Эй, брысь от моей ракеты. Что? О, здравствуйте, вы ее хозяин? Это я ее хозяин. Да, ты прав. И брысь, моя ракета, что ты тут забыл? Что надо тебе? Ну, я хотел просто с вами полететь. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, не знаю, пацан. А ты что-нибудь знаешь о той новой планете? Ну да, я в новостях посмотрю, чтобы полететь ее исследовать. Да это понятно. Ну, ладно. Так и быть, полетишь со мной. Ура! Сколько радости. Тогда залезай в ракету. Нажимай на кнопку, чтобы активировать ракету. Хорошо. Мы отправляемся. Друг мой, не отрекайся от меня, нелюбимая.